Всем привет, друзья, канал Максалин. В работе у нас Cherry Tiggo 8 Pro. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность, наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он Blockshot, толщина 7 мм. Так выглядят наши жидкие подкрылки с шумоизоляцией локеров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!